В среднем это 25 сантиметров. Можно замерить, конечно. Отрезаем два тейпа. Y-образных. Значит, большая ягодичная мышца страдает очень часто неврологически. Но еще чаще она страдает по причине укороченности икроножной мышцы. По причине укорочения икроножной мышцы фасциальной и дисфункции сгибателя пальца стопы большого. Если сгибатель пальца стопы во время шага активно человеком не используется, используется активно икроножная мышца. Икроножная мышца фасциально укорачивается через натяжение по илиотибиальному тракту, тянет за нижнее сухожилие большой ягодичной мышцы, которая вплетается в него, и мышца становится слабой. Это миотатический рефлекс. Если растянуть сухожилие, мышца становится слабой. А если за сухожилие тянут постоянно, то мышца становится функционально слабой. Все. Поэтому следите за нормальным состоянием ахиллового сухожилия, за нормальной длиной икроножных мышц. За тем, чтобы во время шага у человека сгибались пальчики, работали. Тогда можно говорить о здоровье ягодичной мышцы. В данном случае блок L3, L4 всегда будет вторичен по отношению к икроножной мышце. Это будет компенсаторное укорочение, компенсаторный блок. Иногда влияет шея. Первый, второй шейный позвонки блок, но это будет двусторонняя слабость. Еще реже влияют придатки и половые органы женщины, матка, яичники, функциональное состояние расстройства, эрозия матки, киста и прочие дела вышибают. Очень много причин, почему не работает большая ягодичная мышца. Еще есть одна очень частая причина, это сидячий образ жизни. Если человек сидит на ягодицах 10 часов в сутки, она по определению работать не может, потому что в ней постоянно застой кровеносный. Вот офисные рабочие. Да? Офисные рабочие, да, это наш... Наши спонсоры. Вы ляжьте. Значит, как типируется? Нижняя нога прямо. Верхняя сгибаем. Поза бегущего человека. А дайте спирт, пожалуйста. На ягодице, помните, на человека пшикать не надо. Будет неприятно вот так делать. Есть еще одна дисфункция, да, ягодичная мышца. Это синдром грушевидной мышцы. То есть исходно травматизация верхнего и нижнего ягодичных нервов. Грушевидная мышца. Экспорс. Крепится на крестец, на верхушку креста изнутри, с вентральной части его. Выходит, пересекает безымянную кость и крепится к тазобедренному суставу. Вот таким вот образом. Проходит вторым слоем под ягодичной мышцей. Значит, крестовое сплетение, которая соединяется в седалищный нерв. А седалищный нерв выходит сразу же две веточки, соединяются верхние и нижние ягодичные нервы. Нижний ягодичный нерв иннервирует большую ягодицу. Верхний ягодичный нерв иннервирует среднюю ягодицу и напрягатель широкой фасции бедра. Вот если картина такая, что напрягатель широкой фасции бедра и средняя ягодичная остались целыми, верхний ягодичный нерв не пострадал, пострадал только нижний, то большая ягодица становится слабая, средняя, и напрягатель широкой фасции начинает эту тему все стягивать вперед, получается попиновка, синдром грушевидной мышцы. Одна или двусторонняя. Плотная, да? Да. У меня такая одна есть. Таких очень много. Значит, как клеится на большую ягодичную мышцу, на тонизацию? Мышцу нужно растянуть, растянули. Первый якорек ставим на крестец. Таким вот образом. Если попа там, ну, да, сочная, надо две Y-образные полоски просто взять, и все. Натягиваем кожу крестцов, устанавливаем первую полоску, как бы огибая тазобедренный сустав с одной стороны. И ставим вторую полоску. Значит, есть вопрос касается грушевидной мышцы. Грушевидную мышцу мы только расслабляем. Ягодицы мы только активируем, грушу только расслабляем. Если вы увидели, что лежа на кушетке у человека ноги лежат, ну, допустим, вот так, как дворники. Это говорит о том, что с этой стороны грушевидная не работает, атонично, а с этой, наоборот, гипертонус. Потому что задача грушевидной мышцы – отведение ноги. То есть вот, крестец, тазобедренный сустав укорачивается, нога разворачивается наружной ротации ноги. Либо две ноги вот так лежат, двухсторонняя грушевидная мышца. Либо одна нормальная нога еще, а другая уже вот так лежит. Вот это синдром грушевидной мышцы. И грушу надо расслабить. Позиция для тейпирования точно такая же. Берем I-образную полоску. Первый якорь ставим на тазобедренный сустав. Не буду клеить. Первый на тазобедренный сустав, кожу оттягиваем и в сторону креста клеим. Расслабили.
и человечек сразу нормально лежит у вас. Но по два варианта. Там, где слабая грушевидная, точнее укороченная грушевидная, там обычно слабая ягодичная мышца. Делаем либо расслабление груши, либо тонизацию ягодицы. Что-то, ну, да, воздействовать, потому что масло масляное получится. В данном случае сделаем с двух сторон. Делается с второй стороны. Mm-hmm. Поворачивайтесь. Вырезал. Это очень полезная аппликация. Если оставить три аппликации всего, я бы одну из первых вот эту оставил. На ягодице. Смайлик тоже. Смайлик тоже. Их можно в один сеанс или нет? Да, можно. Ну, достаточно. Лучше я вот ягодица, живот достаточно. Два региона, третий регион будет лишним. Они являются синергистами по поддержанию позиции таза. Прямая мышца живота и ягодичная мышца, они синергисты. Вот что делают. И синергисты, прямая мышца бедра и квадратная мышца поясницы. Это квадратный нижний перекрестный синдром. Нижний перекрестный синдром, когда слабый живот и ягодица. И укороченная прямая мышца бедра и квадратная мышца поясницы. Получаем вот такую позицию. Потянуться, подтянуть живот, подтянуть ягодицы, расслабить здесь, расслабить здесь. Болеть будет поясница, естественно. На спинку ложитесь. Прямая мышца бедра. Покажу, как тейпировать. Тейпировать не будем, чуть-чуть туда, чтобы ножку свесить. Угу. Здесь проблем нет. Хотя человек акробатикой занимался. Вот так должна висеть в норме. Вот норма 90 градусов. Да, есть укорочение фасциальное. Фасциальное укорочение тейпом не лечится, оно лечится руками, растяжкой, да? Mm-hmm. Либо восстановлением тонуса мышцы антагониста. Ну ладно, если болит колено. Болит колено и нарушен тонус прямой мышцы бедра. Тонизируем. Где мы тейп? Тейп клеим. Отцель до цель. Большой, mm-hmm. длинный. Тонизация кверху. Релаксации здесь нету. Только тонизация. То есть поставили, придавили и поклеили с небольшим натяжением до колена. Вот сюда. Это прямая мышца бедра. Ай, да, да, получается? А? Ай. Да, ай полоска. Гамстринг. Ну, пока так лежит, переднюю большеберцовую покажу. Вот переднюю большеберцовую сейчас покажу, как тейпировать. Она идет только на усиление. Если слабая передняя большеберцовая мышца у человека, получается шоркающая походка. Человек во время шага не успевает сдергивать ногу вверх. Из-за этого рушится вся цепь, прямая мышца бедра, передняя большеберцовая, прямая мышца живота, грудино-ключичная сосцевидная, и проблемы шеи будут связаны по передней части с нарушением передней большеберцовой мышцы. Нужно следить за этим. Руки вдоль тела. А если наоборот на носочках ходишь? У детей? Да. И у взрослых тоже. Не видел. У взрослых, у детей это краниальная проблема. Когда на корточке человек сесть не может. С головой проблема. Прямая нога, держим так. Даем вверх. Хорошо. Даем вверх. Хорошо. Теперь носочки на себя вот так потянем. Даем вверх. С носочком? Да, даем вверх. Есть проблема. То есть бедро работает, но как только она становится на ноги, у нее вышибает всю эту линейку. Угу. Расслабь. Голову поднимаем. Так. Ухом вперед давим. Носочки на себя тянем, ухом вперед давим. Это проблема нестабильности. Проверим здесь, носочек на себя тянем. Нет, не мышцы, только носки. Давим вверх. Давим рукой назад. Давим рукой назад. Кишечник, тонкий кишечник, воздушная кишка проблема. Есть? Потом поговорим. Значит, ладно. Передняя большеберцовая мышца. Только на усиление. Замеряем тейп. Вот вам виднее будет вот отсюда. От конца, конец мышцы, да. Первая плюсневая кость возле суставного, возле сустава плюсневофалангового, вот здесь.
и вот так, до самого верха, можете замеряем, с растянутого положения. При боли в голеностопном суставе, при нестабильности голеностопного сустава эта аппликация всегда используется. Вот как вы на руке делали? Делайте одну полоску на усиление и вокруг руки. То же самое мы будем делать здесь. Сейчас мы поставим на усиление, а потом, когда коснемся связочной сухожильной коррекции, покажу, как удерживать ее сухожилие, бинтовать. Та же самая будет при нестабильности и аппликация здесь. Нам нужно усилить. Вот здесь покажу. Поэтому ножку вот так вниз. Когда тейп очень длинный, не делайте его, не открывайте весь. Натянули, уложили. Натянули. И уложили. Получается вот такая аппликация. Видно? Вот здесь, чтобы не оторвать в обуви, можно сделать просто кольцо тейпом вокруг. Без натяжения, чтобы края тейпа стали сверху. Просто подстраховать. Это касается любой аппликации, которая будет приходить в ногу. Колечко. Следующая группа мышц, которой будем касаться, это гамстринг. Гамстринг – это американское название мышц задней поверхности бедра, как группа. Гамстринг включает в себя три мышцы. Бицепс бедра, который имеет две головки, полуперепончатая, полумеморнозная мышца. Вот полуперепончатая, полумеморнозная – это медиальная часть бедра. Бицепс – это латеральная часть, боковая часть бедра. Между ними, между прочим, проходит дальше нерв, кто знает. При сращивании этих мышц нарушается механика ходьбы, подвывив крестца, блок позвоночных сегментов и боль в пояснице хроническая. Если у человека болит спина, неважно что, пусть даже это живот, но чисто вы структурально хотите ему помочь, разминайте заднюю поверхность бедра. Лицо вниз, пожалуйста. Значит, место крепления, начало мышцы, седалищные бугры. Вот латерально входит длинная головка бицепса и крепится головки малоберцевой кости, создавая ее стабильность при равном натяжении с длинной малоберцевой мышцей. Тянет вверх, тянет вниз, головка вжимается, головка стабильна. Если не тянет, головка сползает вниз, создает подвой векторальной кости, нестабильность голеностопного сустава и проблемы с плечевым суставом с противоположной стороны по паттерну шага. Это очень важный регион. Короткая головка бицепса подстраховочно крепится к нижней трети бедренной кости по задней ее части, вот здесь. Очень часто гипотонично, массажистам обращаюсь, не забывайте хорошенько разминать, вот здесь. Обычно даже продвинутые уже массажисты, кто знает, помассируют начало, конец, за короткую головку забывают. Все триггеры находятся вот здесь. Мембранозная мышца идет медиальная по внутренней поверхности. Вот. Тонус распределен следующим образом. Частично бицепс иннервируется L5 S1 с корешка. И он практически всегда слабый, с одной или с двух сторон. Если он становится функционально слабый, то укорачивается внутренняя часть, оппонент. И меняется механика шага. Следующее, почему это еще может происходить. Плоскостопие. Стопа проваливается, когда излишняя пронация стопы, натягивается вся фасциальная цепочка по задней большеберцевой мышце и переходит на полуперепончатую, на гусиную лапку. И она тоже становится слабой. Вся эта часть. Точнее, не слабой, а перегруженной. Ножкой назад давим. Хорошо. Из этой позиции ножкой назад давим. Бицепс слабый. Ножкой назад давим. Мембранозная сильная. Пока в нейтрале. Назад давим. Сильно. Назад давим. Двухсторонний остался. Назад давим. Вот и вопрос, будет ли у этого человека здоровье спины. Да? Сначала нужно восстановить бицепсы. Сейчас мы проверим, откуда их восстанавливать. А голову на бок положи, пожалуйста. Даем ногу назад. Ну, это шея. Это C0, C1 блок сегмента.
C0, C1 по связочной линии всегда соединен с L5, S1. Если здесь блок и здесь блок, этот блок уже неврологически создает вот такую проблему. Это C0 атлант надо править. Известная правка атланта. Ладно, как работать на гамстрингах? У человека практически у всех они зажаты. У гомо сапиенса современного, который сидит, ножки под себя подгибает. Почему укорачивается гамстринг? Первая причина чисто вот бытовая. Человек сидит постоянно в такой позиции. А еще и ножки под стул засовывает. Мышца просто тупо привыкает к такой длине, фасция. Потихонечку укорачивается, приспосабливается. Потом человек встает на ножки, пытается завязать шнурки, а уже все. Сидеть надо, со стула начинает или с длинной ложкой. Это первая причина. Вторая причина – это укорочение икроножных мышц из-за нарушения биомеханики ходьбы. Биомеханика ходьбы ломается за отвратительной обуви. Жесткая подошва, стопа не работает, стопа становится как копыта фригидная, икроножная мышца укорачивается, это тоже укорачивается, жопа не работает. Следующая – травма ахиллова сухожилия с компрессией глубокого малоберцевого нерва. Это ветка седалищного нерва. Если здесь есть сращивание нерва с икрой фасциальными пленками, то при ходьбе или при наклоне здесь будет травма. Чтобы травмы избежать, мышцы будут укорачиваться. Просто уберегать регион. То есть седалищная ветка будет защищаться таким образом. Но это вот основные причины. Как делается? Нужно встать на ножки. Становитесь. В данном случае, и вообще во всех случаях на гамстринге, чтобы человеку помочь, наклоняйтесь. Сколько это возможно? Пол. Да. Замеряется от седалищного бугра тейп. Бицепс. До головки малоберцевой кости. Это латеральная часть. И до гусиной лапки медиальная часть. Замерили. Встаем. Нет, но вы хотите, можете не вставать. Просто порадуйте. У нас будет подписчиков больше на канале и просмотров. Нужно помахать ему ручкой. И здесь есть очень важный нюанс. Бицепс бедра на одной и той же ноге мы будем усиливать, а половину перекончить мы будем оставлять в данном случае. Я не рекомендую, но это мы делаем только в тех случаях, когда прям запущено-запущено. Если не запущено, мы просто усиливаем бицепс без ослабления. Ослаблять мышцы мы будем руками, просто массажем. Найти пару триггеров и размять. Но вам я сейчас покажу и тот вариант, соответственно. И сразу же уберем эти полоски. Наклоняемся. Если человек не может наклониться, дайте ему кирпичики какие-нибудь, подставьте, чтобы ему удобно было стоять, чтобы он не стоял и не трясся от напряжения. Голову нельзя вверх поднимать. Не подсматривать. Совестно. Бицепс бедра. Приложили. Вот растяжка. Только позавидовать человеку. Сняли. Ягодицы. Кожу вверх. И подняли. Тейп чуть-чуть. Натянули. И пожалуйста. Ну и все наоборот, с другой стороны. И клеили. Натянули. Держали. На камеру покажите. Вот такая аппликация делается для нормализации задней поверхности бедра. Если у человека патологически болит спина, не давайте, для начала вы не даете висцеральные проблемы, попросите его наклониться с ровными ногами. Или хотя бы с чуть-чуть согнутым. Если человек наклоняется вот так, начинайте работать вот отсюда и вот отсюда. И через 2 сеанса у него боли в спине не будет. Там гарантирую личной практикой многолетней, не будет боли. Кишечник будет проблемный, все будет там не очень, будет блок позвонков, но боли в спине не будет. Вы дадите ему резерв, дадите ему ресурс. Человек должен наклоняться на холодную, на прямых ногах вот так, минимум. Я не могу ниже, у меня рубашка не дает, так ниже можно. Это здоровая растяжка, это просто норма, это еще не растяжка. Растяжка в нее, а у меня просто норма. Что такое ресурс? Вот я говорю, ресурс, никто не задает вопрос, никто не понимает, что такое. Если в одной мышце произошел спазм, допустим, в икроножной, для нормальной жизнедеятельности ее нервная система, икровеносная,
не хватает уже объема движения, она возьмет этот объем движения с верхнего листка, с гамстринга, потянет за собой. Гамстринг, в свою очередь, потянет за сакротуберальную связку пояснично-апоневроз, фасцию, подергает, и ректоры спины. Они, в свою очередь, пойдут вверх и дойдут до шейного отдела. И вот когда напряжение в икроножной мышце будет настолько велико, что эластики не хватит уже даже у шейного отдела, начнет болеть шея или поясница. Икра не будет болеть. Она будет тянуть изо всех сил, чтобы обеспечить свою жизнедеятельность. И ресурс – это та эластика ткани, которую вы снова организму дадите на нормальное функционирование нервной системы. Нерв обладает растяжимостью, совсем незначительной. Хорошо растягивается твердая мозговая оболочка, как гофра. Такая. Нерв остается практически неподвижным, а гофра тянется. И вот когда заканчивается эластика у этой гофры, начинает хворать удаленный регион. Не хватает эластики на глубинном малоберцевом нерве, допустим, болит поясница. Поэтому если вы хорошо разомнете гамстринг и икру, с паечки поубирайте, поразотрете, поясница отпускает прямо вот на столе. Вот и все. Нашли патологическую скованность, размяли как следует, наклеили тейп. Отпустили человека, пришел совсем другой человек. Все, это нужно снять. Давайте вам сниму. Ложитесь на живот. Нет, ложитесь. И не забывайте разминать спайки. Вот дальнейшая веточка пошла под крушевидной мышцей, пошла вниз, под коленочкой, разделилась на три части. Одна из них пошла вниз глубины малоберцевой и разделился на глубокий, на наружный и на большеберцовый нервы. Вот страдает обычно глубокий малоберцовый. Он проходит по тоннелю Грубера между головок икроножной мышцы и камболовидной. Такой тоннель треугольный получается. Основные места фиксации находятся там, где икроножные головки заканчиваются, вот здесь и немного ниже. Травматизация происходит. Следующее место травматизации обычно вот здесь происходит. Нужно взять. Да, растягивать. Просто. Поразминать, порастягивать, убрать отек. По кругу, да, или по... Вперед-назад. Поперечка. Поперечка. Если это мужчина, мужчины очень любят боль. Это делается локтем. Там, где женщине еле чувствуется, как сейчас, мужик бы уже плакал бы и просил бы о пощаде. Священника бы уже. Ну, уже бы доплачивал, лишь бы ты его отпустил. Какая прелесть. Это надо учесть. На этом мы заканчиваем раздел мышцы. Видите, какой огромный раздел? Да. Остальное все будет пустяки. Теперь попробуйте друг на друге там, что-нибудь из этого, да? Небольшой кофе-брейк и переходим к связочной сухожильной коррекции. Перевернитесь, пожалуйста, на спину. Что-то поправить. Себя не трогать. Давим в потолок. Воздушно-поясничная мышца. Руки убрать себе. Давим в потолок. У человека болит кишечник. Проблемный. Человек, как только ложится, сразу прикрывает тонкую кишку. Сразу прикрывает. Только какую позицию не положено, сразу прикрывать больное место. Не нужно быть специалистом, чтобы понимать этот язык. У человека есть блок первого шейного позвонка с нарушением вегетатики и со сдавливанием вагуса, блуждающего нерва. Компенсаторный блок L5-S1, который полностью отрезает ей длинные головки бицепса на бедре. Соответственно, будет нестабильность головок малоберцевых костей. И будут слабые малоберцевые мышцы с двух сторон. И, вероятно, тянем пяточку к себе. Слабые икроножные мышцы с двух сторон. Тянем изо всех сил к себе. Еще раз. Не работает. Уставать будут, икры будут уставать, не будут прокачивать нормальную кровь. Не работает здесь, не работает бицепс, не работает. Давим вверх, стоп, вверх, изо всех сил, да. Не работает бедра, давим вверх. Не работает бедра, не работает приводящие мышцы, давим вверх. Не работает приводящие мышцы, и если есть проблемы кишечника, садимся. Кулаки на груди, кулаки. Да, спинку ровно, вот так. Ручки выше. Чуть назад. Уходи. Дави на меня, пресс показываю свой, изо всех сил. Ну, дави. Дави, дави, дави. У меня работает прямая мышца живота. Ах, как любит мой преподаватель, говорит, вообще ничего.
темпа. Дави назад. С правой стороны блок. А вот ваш позвонок, который должен быть далеко не здесь. Где? Может быть, вот там. А он вот здесь. Выбить трансляция позвонка. Ну, давайте попробуем что-нибудь сделать. Садите стул. Садите стул. А вот сейчас девчонки. Глазки закрыть, расслабиться. Первое, с чего начинается краниальная коррекция, ну у меня, по крайней мере, в кабинете, с постановки клиновидной кости на место. Клиновидная кость решетчатая, должны стоять ровно. У нее мозги на бекрень, очень скрученная. Это кость, на которой лежит мозг, опирается, отделяет мозговую часть и лицевую часть. От движения клиновидной кости зависит движение всех диафрагм тела. Также от нее зависит неврологическая составляющая передней части тела. Дальше от нее зависит положение затылочной кости. От затылочной кости зависит неврологическая часть задней части тела и икроножные мышцы в том числе. А потом уже шея. Ничего не увидите. Это вы возьмите? Ничего не тяну. Кость на место ставлю решетчатую. А, значит, да-да. А здесь четко, здесь очень яркие всегда ощущения на этих костях, здесь ничего представлять не нужно. Они только руки ставишь, если умеешь, они сами все назад возвращаются. Ну все, пошла, еще ничего назад. Все, освободилась. Это шар. Все равно. Правее мышцы. Ставь в потолок. Воздушная сильная, дай вверх, прямая сильная, пяточку к себе, продолжная сильная, садись, руки на груди, кулаки сжимай, чуть дальше, по-честному, от того глаз, такого, как раньше боролись, дави, прямая мышца сильная, противоположно. Дай вверх. Сильно. Дай вверх. Вот и все. А вы говорите тейпы, тейпы ставить. Поможете тейпами. Ну, на какое-то время. Просто, ну, по-честному, не питайте надежд, что это панацея. Вы очень хорошо можете помочь людям тейпами. На какое-то время. Учитесь работать дальше и глубже. Первый позвонок еще надо ставить на место. Нет, не надо. А? Посмотрел на височных частях, клиновидные кости как стоят. У нее стояли вот так они. Вот так. Правая была выше, левая сантиметра на полтора, наверное. Это жесткий блок СБС клиновидной кости. И почему так стояли? Она живет на правую сторону, скорее всего, преимущественно. У нее с правой стороны медиальная крыловидная мышца укорочена. Она крепится к клиновидной крылу. Она укорочена. Человек либо спит на животе на левой щеке, либо кушает на правую щеку, либо есть проблемы с зубами. Прикус неправильно. Здесь проблема височной нижечелюстного и правой пирамиды кости. Это чисто стоматологическая проблема. Я сейчас и поправил тоже на какое-то время, вы не думаете. Она наживет себе эту проблему со временем назад. Конечно. Неправда. Нет, это нужно смотреть мышечную систему. Это может быть мышцы, приходящие снизу, с ног и с туловища, так выставляют ей прикус. Потому что стоматология, вот нейромышечная, да? Вот, ну я учился просто. Мы выставляем прикус с ног, начиная оттуда начинать уже с мышц. Восстанавливаем. И если есть только жесткие органические нарушения какие-то, там сильно сточены зубы, завышенная пломба, заниженная, тогда нужно стоматологу работать. В целом тяги так к зубам приходят снизу, восходящая дисфункция. Если здесь органические проблемы, тогда нисходящая дисфункция, тогда мышцы будут компенсаторно страдать. Как пирамидочки слушаются? Вот правая задышала хорошо, а левая не дышит.
Ну ладно, не дышит. Потом. Ноги нет, как лежали, криво, так и лежат. А. Короче. Не, ноги на одном уровне у нее, а но чуть-чуть вот это короче. Чуть-чуть. Правая под короче. Таз чуть-чуть повздернутый здесь, да. Здесь подвздошная мышца, скорее всего, чуть укорочена. Но здесь есть проблемы с кишечником или цикальным клапаном. Он раздражает подвздошную мышцу укорачивается, создает разную длину ног. Здесь мы потом уже решим этот вопрос. Все, вставайте, идите. Пожалуйста. Давайте небольшой перерыв. Вот сделайте то, что я показал с мышцами. Потепируем. И переходим к коленям. Связочки сухожилия.